В Москве набирает популярность новый транспорт, электровелосипеды. Они быстры, они экологичны. Вообще, байки на аккумуляторе – это удобный способ передвигаться по городу летом. Разнообразие моделей и разбросит цен наш следующий сюжет. Поехали! Педали на электровелосипедах крутить не нужно. Где-то и вовсе одно колесо. А уж такой электротранспорт подавно. Порода быстрая и благородная. Оседлать этих коней на тест-драйве выстроилась целая очередь. Два мотора по 350 ватт, мощность аккумулятора 48 вольт. Это очень много, фактически рвет с места, как хороший скутер или мотоцикл, но при этом он экологически чист. Автобус положили и поехали дальше, или на метро. Да, и самое главное, без отдельной платы, за багаж. Шустрый, удобный, мягкий. Такой разгоняется до 35 км в час. Единственный минус – каждый час аккумулятор придется подзаряжать. Батарейку в некоторых моделях не сразу и найдешь. Это, например, закамуфлировано под бутылку с водой. Зато ее легко зарядить от обычной розетки, например, в кафе. Идеальная вещь для тех, кто не умеет держать равновесие ни на чем и нигде. 25 км в час развивает максимальную скорость. Ехать и управлять легко, а вот вам, видимо, не очень. Это «Аватар». На вид такой же неземной, компактный гироскутер, управляемый с помощью наклонов собственного тела. Сперва неплохо найти гармонию с собой. А сколько надо тренироваться, чтобы научиться? Я научился за 5 минут. Вот такие можно прям танцевать фактически во время прогулки в парке. Европа на электровелосипеды пересела уже давно. Вот и наш парк. Поехал. Ловлю, ловлю. Как ощущения? Отличные вообще. Первый раз сел. Супер модель. Но это как скутер, да, получается, электроскутер? Ну да, это скутер с возможностью, можно и стоять, можно и сидеть на нем, сиденье складывается. Ну и без сигнализации никуда. Такой, если угонят, потом не догонишь. А цена на электровелосипеды, электроскутеры начинается от 50 тысяч рублей. Учитывая непростую ситуацию на рынке, берут как максимум самые дешевые вещи. То есть на самом деле самокаты. Ну, еще как бы и сезон розничный не начался. В общем-то мы надеемся, что вот сейчас появилось солнышко, недели 2-3, и мы выровняем наши планы.